дворце их оценивали эксперты. Как рассказала председатель профсоюза работников образования Инга Ванага, дискуссия длилась около полутора часов. Особые дискуссии вызвал вопрос, как констатировать ту самую нелояльность. Последнее слово за президентом, но пока глава профсоюзов настроена пессимистично и склоняется к тому, что Раймонд Вейнис провозгласит их. Во всяком случае, решение должно быть принято до конца недели. Ранее сам президент не раз говорил, что его не удовлетворяют размывчатые формулировки критерии определения той самой лояльности. Сегодня о скандальных поправках более радикально высказался и мэр Венспилса. Айвар Лемберг считает, что такой закон могли инициировать только нелояльные людишки, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Латвии. Это антигосударственное предложение и антигосударственный закон, выразил свое убеждение мэр Венспилса.